очень повезло, вы всегда организовываете прекрасные праздники и всегда как бы являетесь локомотивом. Так что, спасибо. Да, спасибо тебе, Нин, то, что жизнь у нас в деревне совсем по-другому стала. Я родилась в этом древнем селе Луцино, и весь мой род, мои корни пошли именно отсюда. Я, конечно, как и все, училась сначала в этой сельской школе, Луцинская начальная школа. Ну, я отличалась, конечно, своей активностью. Вот, я была председателем совета отряда, я была председателем совета дружины. Затем я была членом комитета комсомола школы. Затем я уехала в Москву, я там работала, я там училась. Но я никогда связь не теряла со своим любимым селом. Это церковь 17 века, пережившая всю историю. Ее разрушали, в ней устраивали производство, но благодаря нашему отцу Евгению она восстановлена. Основная наша задача, конечно, сделать благоустроенным село, но первоначальной задачей является воспитание нашего подрастающего поколения. Мы им и рассказываем о героях нашей войны, кто жил, как жили, что делали. И последний, значит, митинг бессмертного полка 9 мая, он показал, что работа наша дала свои результаты. Молодежи и детей было очень-очень много. Благодарна Господу Богу, потому что, конечно, я даже не могла рассчитывать на то, что мой труд будет так высоко оценен. Я очень рада, что он пригодился, этот опыт пригодился мне и сейчас.